Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Fable 3. В прошлой серии мы влюбили в себя в первую женщину в этой игре, и теперь не знаем на самом деле, что с этим делать. Я думаю, мы об этом просто пока забудем, и продолжим делать квестики. Вот здесь, в морской долине, нас ждет какой-то квест. А, это демон-страж. Да-да-да, нет. Это совсем-совсем не квест. Ясно, доли 4 квеста. Тут, кстати, был забавный квест, вот, несчастливый брак. Супружеская пара в Яснодоле. Жената уже много лет, и это им изрядно надоело. Может, ты поможешь им разойтись? Разойтись? Серьезно? Ну, ладно, давайте попробуем. Да-да-да, давайте мне светящийся след, все в этом духе. Одна его бедного даже из дома выгнала, ты глянь. Привет, приятель. When I married my wife, she was all sweetness and smiles. And now she's all bitterness and bile. She bullies me, she berates me. It's horrible. She's horrible. But if I divorced her, she'd get half my fortune, which is quite a bit of money. Oh, I wish I was someone else. Wait. What if she was with someone else? If a fellow like you were to approach her, woo her, tell her you've got more money than I do, she'd divorce me to marry you, and I'd be free and clear. Of course, you wouldn't actually have to marry her. Once she's divorced me, you could just walk away. Oh, I'd love to see the look on her face then. I know it sounds repugnant, but this could be my only way out. Will you do it? Ну и сволочь же ты, вот что я скажу. А, помочь Уильяму развестись. Мне кажется, во всей этой ситуации можно будет подставить самого тебя, да? И забрать все твое состояние себе. Такой расклад меня вполне устраивает. Давайте попробуем. I'll go to the pub. Get out of your way. It shouldn't be too hard. You go in there and fawn over her, give her a few shiny trinkets, she'll be all over you. Worked for me. Даже теперь я не понимаю, кто из вас больше сволочь. Ну, да ладно. Вероника, что здесь происходит? What is it now? Don't tell me you want to talk about things. Oh, sorry. I thought you were my husband. Don't know how I could have confused someone like you for someone like him. So, what can I do for you? Она уже так говорит, знаете, what I can do for you. Окей, встань лицом к Веронике и нажми А, чтобы включить режим взаимодействия. Относится нам к нам пока нейтрально. Well, hello, handsome. Так, что-то у нас. Ты мещанка. Она натуралка, она кокетливая и она очень требовательная. Плохих эмоций, к сожалению, нам недоступно, но мы можем с ней потанцевать. Надо будет найти какого-нибудь толстяка и потанцевать с ним. Well, handsome. Это будет забавно. You're quite a bit of fun, aren't you? Much more diverting than that husband of mine. Do you know, he spends all his time reading or gardening. So dull. I can't remember the last time he did something nice for me, like buy me jewelry. I adore jewelry, by the way. Ты прям типичная женщина. Подарить Веронике украшения. Ну, держи что-нибудь, не знаю. Что интересно, я дам. Look at that. Oh, it is beautiful. Thank you. I love it. Окей. Что дальше? Соблазнить Веронику. You look fine, honey. Опять в ладошки будем. Follow me. Oh,
Ребят, вот золотое правило Фейбла. Если вам нравится какая-то девушка, да, подойдите к ней, поиграйте с ней в ладушки. Она определенно вас после этого полюбит. I don't know about you, but I could do with a bit of excitement. А, блин, я слишком долго выдерживаю это выражение. Да ладно. Дида, да, дида, да. You're brilliant, darling. Just brilliant. Ты говорит потрясающе. Защекотай ее до смерти. And it was exciting first flirting in my husband's house. But aren't you bored? We should go somewhere nice. How about Brightwall Bridge? Как насчет Яснодольского моста? Ну пошли, женщина. All right, darling, if you like. Ударили ее лбом об дверь. Окей. Правда, сейчас не ночь, и сейчас нету полной луны. Это будет не так романтично. И еще вдобавок мы пройдем мимо другой девушки, которая меня любит. Это будет выглядеть, по-моему, очень-очень странно. Нам бы выйти вот из Яснодола по какому-нибудь другому пути. Иначе мы сейчас словим пощечину, нет? Вон она стоит, кстати, торгует зельями. Seeing my hand in yours, I can't help feeling it would look better with a few rings. Так, это не я. Давайте пойдем в обходик. Rings, preferably. Она ничего не видит. Нет, по-моему, она нас увидела. И ей это не понравилось. Do you have anything ладно. Guns, guns, guns. Этот муженек на самом деле мог бы попросить о более такой простой услуге, типа убей там ее, не знаю, скинь с моста или что-нибудь в этом духе. I love the view here, and you don't ruin it with a lot of talk. You just, oh, stand there and look handsome. Поцелуй. Ну, как обычно, короче. Мы это проходили в прошлой серии. Wow. You've done that before, I should think. That, or you have amazing instincts, I have to tell you. I've been with William so long, I forgot how incredible it can feel to be with someone exciting. I want more. What do you say? We make a go of this. I'll leave William, and you and I can be together. Of course, if we're going to get married, you'll need to get me a ring. I do have some sense of tradition. Ой, да ладно, я могу поступить как-нибудь по-другому, не жениться на тебе, я не знаю. Рассказать правду всю и разбить твое сердце. Feel free to browse and buy. Best shopping Feel even free to buy. You'd be mad to go anywhere else. Кольцо, говорит, купить. Кольцо сейчас наверняка будет еще стоить 1010, да? Не, конечно же, мы знаем этот фейбл. Но у меня денег, конечно, больше, чем достаточно. Так что ладно. Мужик. Нет, он не продает кольцо. Тоже нету колец. Он книжку какую-то новую достал. О чем книга, мужик? Дрессировка обаяния 4. Эта книга поможет тебе обучать пса разным трюкам, а налаживать отношения с людьми. Давай сюда. Шурик? Шурик. Хватит ходить у меня под ногами. А, не могу я пока обучить этой книге, но да ладно. А вот обручальное кольцо. 250 монет. А любимый человек, с которым вы хотите обручиться, может попросить у тебя кольцо. Например, вот это. Окей. Видимо, здесь один типа обручального кольца. Самое обычное обручальное кольцо. Помните, как во второй части, сколько там хуитов было? Обычное, там, подороже, великолепное, ну и все в этом духе.
Ой, извини, мужик. Я не спецом. Интересно, как она отреагирует на то, что мы сейчас женимся? Я не хочу на самом деле на ней жениться. Я хочу рассказать ей правду. Я хочу разбить ей сердце. You're gonna be very hard to resist, aren't you? Go ahead and ask, and let's see how strong my resistance is. Предложить брак? Да, не хочу я предлагать брак. Я в ярости. Я хочу поступить по-другому, Фейбл. Ах, ладно, видимо, у нас нет выхода. Will you marry me? Yeah, yeah. Тридцать у него улыбка. Now I just have to divorce William. Oh, I wish I'd met you 5 years ago. Would have spared myself a lot of crushing boredom. Вернитесь к Уильяму. Может быть, хотя бы теперь мне дадут выбор какой-нибудь. Он в пивной, насколько я помню, да? A library is a place with lots and lots of books. Thanks for coming in. Finest products in Brightwall available here. I know Aurora is just an end. Странный, конечно, квестик. Я ожидал от него гораздо большего. На, ой. Уильям? А, Уильям у себя в доме, да? Да. I've got news for you, William. You're not going to like it, and let me tell you, that breaks my heart. Truly. I've decided we're not right for each other. More specifically, you're not right for me. So, here are the divorce papers. You may consider yourself an ex-husband. Veronica. I don't know what to say, other than thank you. Thank you for doing just what I knew you would. What? You planned this all along? Sorry to say. I'll file these with the city clerk first thing tomorrow morning, and then we are officially history. Thanks again. Well, my enterprising love, aren't you a piece of work? You make a deal with a husband to split up his marriage and leave his wife penniless. Rather underhanded, I would say. I wonder just how despicable are you willing to be? Because if I think this through logically, а вот оно, вот оно то, что мне нравится. The divorce never happens, and then instead of marrying a hot-blooded divorcee, you'd be landing yourself a very wealthy widow. What? You can't mean you'd kill me? Well, technically, he'd kill you. I'm sorry, William, but it is a lot of money. You haven't left me much of a choice. Don't listen to her. You can just walk away. This doesn't concern you anymore. Убей Уильяма или уйди из дома. Блин, ну ты подлец. Самый настоящий подлец. Ничего об этом сказать не могу. The best thing you can do is just walk away. Well, that's not the way I see it at all. Блин, я не знаю, серьезно. Может, просто убьем тебя? You're a practical man. What will shooting me gain you? Прощай. This is the most romantic thing anyone has ever done for me. Don't tell me you did it for the money. That will ruin it. Oh, I think I love you. Избавься от трупа сначала, женщина. Choose a home for your family or buy a new one for them. А что, у нас же есть теперь дом, здрасте.
переносит большой-большой дом прямо в Яснодоле. Его бывшего муженька. Никто не заметит подмены, да? Где этот дом-то находится? Дом Плюх. Хозяин Гвен. 2500. Мне, в принципе, он устраивает. Пушистый коттедж. А, грубость шуршунчиков. А, дом два тука. Давайте возьмем, наверное, вот этот вот. Дом Плюх. Домохозяин Глен, но мы его выселим. 2500. Choose where you would like to have your wedding ceremony. Oh, this is exciting. Для этой волнующей церемонии. Интересно, Тереза будет нам сейчас рассказывать, опять-таки, то, что, типа, может, этот брак будет хорош, а может быть, он будет ничего не принесет. Давайте пышную свадьбу. У нас есть деньги, мы можем их тратить. I now pronounce you husband and wife. Well, here we go, a new life together. Уильяма хоронят на следующий день, а немного погодя состоится твоя свадьба. Удивительно, но почти никто этого не удивляет, ведь местные жители слишком хорошо знают Веронику. I believe this would be a good time to return to that rather dreary hole that your new rebel acquaintances like to call home. Все выглядит так красиво прям. И никто не знает, на чем была основана эта свадьба, да? Да ладно. Это более реалистичный сценарий, чем... All right, darling, if you like. Чем тот добрый сценарий. Please be generously, or I'm going to have to change careers. Слушай. Если бы я знал, где находится храм Скорма, я бы на самом деле и тебя туда сейчас отвел. Тебе просто очень-очень везет. Ты чертовски удачливая женщина. Я вот только одного не понял. Мы убили этого мужика, и я искренне надеюсь, что его дом станет моей собственностью. Вот он, этот дом. За мостом, да. Почему я не могу в нем поселиться? Так, давайте проверим его. Он не продается, походу, нет? Нет таблички о продаже. Чтобы украшать... А, дом можно украшать, чтобы повысить его стоимость. Нажмите верхнюю... Понятно, это мой дом. Только где табличка? Ладно, ладно, а где я поселил, кстати, свою жену? Я вот... Покупал домик, так, чисто наобум. Какой-то большой особняк за 2500. Где-то тоже здесь. Давайте карту. Яснодол. Вот, вот я дом покупал. Дом Плюх. Вероника счастлива, состояние 17%. Переселить семью не хочу. Давайте телепортнемся сюда просто. Чтобы не искать. А вот он наш дом, да? Да. Что? Этот мелкий ублюдок... Ох ты, вот это дом, конечно. Этот мелкий ублюдок живет... Прямо у меня в доме? У меня на дымоходе? Серьезно? Ты попутал место, чтобы поселиться. До свидания. Вернитесь к Брайану. 10 из 50. Ой. Давайте вернемся. Да убери ты уже пушку, она нам больше не нужна. Right.
Где, кстати, он находится, Брайан? Там какие-то жабы были и какое-то озеро небольшое. Давайте сходим к нему. Он наверняка нам предложит что-нибудь интересное. Так, тут куриные бега. Тут болотец какой-то. Черт, давайте по карте. Так будет гораздо легче. Или хотя бы... Давайте выберем. Установим как цель, ну и все, хватит. Я сам к нему дойду пешком. Светящий след. Мы даже не в ту сторону шли. Замечательно. Это называется географическим кретинизмом, по-моему. Да ладно. Где ж ты поселился, любитель дома? Фа, вот здесь, недалеко от Академии, да? В доме сидит. Thank you for finding so many of my little ones. If only I could stand to be around them. It's getting worse out there. I've stopped going out. But we are making good progress. Here. Что ты мне дал? Макияж Арлекина. Находясь в убежище, в гардеробной можно менять макияж. Да ладно, мужик. Серьезно, это вся твоя награда за 10 гномов. Макияж Арлекина. Я ожидал, конечно, что-нибудь более такое ценное. Так, ладно. Давайте отправимся в наш дом, посмотрим, что там вообще за дом. Мне такие не дали его смотреть. Обставим, если что, его. Во-во-во, ты что такое? А, ты парикмахер, я тебя вспомнил. Что мы тут можем делать? Можем отремонтировать. За 843 золотых. Расходы на семью... Такими же пускай останутся. Развод. Нет, пока разводиться не будем. Пускай она живет здесь, и если она мне надоест или будет представлять для меня какую-то угрозу, она пойдет в храм Скорма, если он опять-таки, конечно, здесь есть. Морковка. Морковка. Еще морковка. Сколько же здесь морковки, а? Это что, хрюшка запеченная на полке? Серьезно? А что это за дом? Тут какие-то картины. Здесь какой-то художник, судя по всему, жил. Серебряная чаша. Первый раз вижу, кстати. Так, Джаспер. Займись моим домом, пожалуйста. И все? По-моему, он ничего не изменил. Серьезно? Redecorating your home is a fantastic way to increase its value or keep your spouse happy and often. Give us a shag. Так, подожди, женщина. Обменять. Стенд для трофеев. Разместить трофеи. Здесь будет находиться. Once I've got you something. Here you go. Голова Симмонс. Надеюсь, ты не против. Here you are, darling. Who loves you? Так, нам не хочешь что-то подарить? Что ты мне хочешь подарить? Принять. Well, hello, darling. Ну, привет, привет, милая. Что ты подаришь мне? Давай, подарок. Окей, ладно. Come on then, love. Give я могу убрать shag. Эти картины? Заметь узор. Ooh, you look ridiculous. Так, пусть здесь еда будет. Еда гораздо полезнее. Так. Знаете, что меня во всем этом смущает? То, что в этом доме нету кровати. Там есть второй этаж, но на него крайне неудобно забираться. Только с улицы надо как-то заходить. Накопленные достижения. Настоящий магнат. Что-то там более 100 тысяч. А, вот кровать, кстати. Женщина! Иди сюда.
Где она, кстати? Женщина! Женщина! Кажется, она знает, к чему это клонит и куда-то ушла. Так. Сходу на семью. Делается это как-то так. Телепортируется. И она появляется здесь, да? Ей скрипает. По крайней мере, на это надеюсь. Нет, то есть нет. Куда она делась? Вероника! Вот она. Пойдем со мной. Клинги, aren't you? All right then, if you must. Пора отдать супружеский долг. I was hoping that was what you were thinking. It's all I'm thinking. До утра. У нас есть 6 часов. Поехали. Give us a shag. Come on then, love. Give us a shag. Да ладно, в этот раз даже экран не темнеет. Серьезно? Но надеюсь, то, что я добился того, чего хотел. Ладно, а знаете что? Я думаю, на этом мы закончим эту серию. Я надеюсь, нам понравилось. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока.